И всем привет! Вот мы вернулись в RimWorld. Вот. Продолжается наплыв зомбей. Надо все-таки эту территорию максимально быстрее сейчас все это окружить. Сейчас они покушают, немножко отдохнут, потому что я их прям уже загонялось, честно говоря. Давай, поубирай это тут. Такой срачельник у вас. Просто ужас. Так, торговец, говоришь? Откуда мы идем? А, прямо снизу, молодцы. Ну, сейчас вы напоритесь, конечно. На люлей. Ну, ничего страшного. Так. Странно. Они никого не стреляют, и зомби как-то на них особо не реагируют. Но, пора выходить. Так, надо скоро, чтобы скоро построил вот эту фигню побыстрее. Мы будем вдвоем изучать. Тромба будет изучать и... Опа. Ну вот опять, ну куда ты... Какого ты хрена тут вообще забыла? Вот куда ты идешь? Ну что тут, дерева нету нигде, ну не япона мать ты... Ага. Блин, внезапно, ладно. Отставить. Так. Так, ты, блин, давай топай. Давай, тебя сейчас кто-то подлечит там быстренько. Так, ты, братан, что делаешь? Готовит блюдо, давай готовь, сколько там? Одно сделал, блин, плохо. Так, ну вдвоем они, блин, не осилят такую. А жратвы мало. Где эти делись? А, вон. Ой, ой, ай. По-моему, кому-то сейчас будет хана. Вот так они все с автоматами. Так. Чух-чух-чух. Перемещается, главное, еще так. Так, а тебя там лечат тут или нет? А, лечат уже, хорошо. Так, а ну выходите. Сюда поможем этой красавице отбиваться. Посмотрим, что здесь происходит. А, пошла жара. Так, я уже, по-моему, дожираю. Блин, не видно просто, что там происходит. Давайте поближе чуть-чуть подойдите. Так, есть. Нет, она все еще живая. Отлично, я могу ее спасти. Стреляйте в этого. Давай. Есть. Ой. Так, пока стойте на стреме, сейчас посмотрим, что с ней там такое. Или она уже мертва. Блин, она уже мертва. Ё-моё, ее уже сожрали. Ах, ладно, что с ним упало, пестик? Какого качества? Нормальный? Да ладно. Так, тебя там подлатали? Подлатали, вставай. Вставай, говорю. И перенеси-ка пистолет на склад. Давай. Так, а ты перенеси-ка это блюдо тоже на склад. Так, ну а мы потихоньку будем продвигаться вперед. Надо же все-таки освобождать эту территорию. Я думаю, они тут сейчас с ними все не справятся. Такой ужасный лук. Короче, они все ушли, да? Понятно. Это наши тут работают, да. Наши работают. Так, почему еще никто не исполнил приказ, который я дал? Где они?
Ну какого лешего ты сюда попёрся? Что такое? Закончились ингредиенты? А, топливо закончилось. А сколько ты сделал? Хватит на покушать. Беги сюда, тюлень, блин. А ты только... Только отвернешься, елки зеленые, у нее что-то напортачит. Так, давайте. Это тут хреначит всех. Кувалда, я вообще-то не хотел, чтобы она так делала, но походу она неплохо справляется. Тем более она любит эти дубины, блин, она прямо оружие не хочет носить. Прямо у нее прям так баф появляется, такой серьезный. Пристрелил? Молодец. Беги быстро, отдыхай. Ты куда идешь? Собирает пальмы. Но мы тут как бы еще не... Хотя уже можно. Неплохо они... Вообще-то... Вот, молодцы. Работайте давайте. Гуляешь? Потом погуляешь. Давай строй бери. Я тебя зачем сюда подпер? Чтоб ты, чтоб ты тут гулял, что ли? Еще удумал, блин. Тюлень. Так, ты куда побежал? Ну, давай, иди заправляй, короче. Тут уже вроде как все нормально. Сейчас только строить и все. Ну и почти. Молодец, одно и прокачал строительство. Сколько у нас? Все еще 7, елки зеленые. Надо, чтобы, по-моему, 8 было, чтобы солнечную панель строить. Блин, опять со своим подкомным. Но надо ему дать, потому что он опять все, он будет, это будет бесконечно продолжаться. Так, а ты что? 41% мало. Ну ничего, они нормально сейчас дерево тут наковыряют. Так, а там вроде... Вроде пестик кто-то принес, да? Где пестик? Вот он. Что за урон? Так, урон сколько там? Дальность, рукопашка. Урон 10. Так, хорошо, допустим. А вот лук, допустим, вот у тебя, например. Лук же у тебя, лук. Сколько ты лук даешь? 11. Но пистолета, наверное, скорострельность больше. Так, изготовка 1.35. Пестика. Пестика должна быть меньше. 3 секунды. Пфф, естественно, он выигрывает. Дебили, потихоньку будем вооружаться, чё бы нет. Так, что ты там? Метатель подков. Заправь эту хрень. Потом будешь готовить. Ну ты там успокоился уже. Так, что-то взорвалось где-то. Блин, уже есть хочет. Да ты прикалываешься, что ли? Ешь давай, тюлень. Где же взорвался, не понял. Так, подожди. Она вроде все еще жива. Какого... Или это зомбячка? Не, домохозяйка Мирата, зомбячка на ней валяется. А что еще там есть? А, ладно. Да, это всего лишь зомбячка. Ну и ладно. А я-то думал. Так, этот пошел. Все хорошо. Так, добываешь зомби, да? Молодец. Она прям счастлива, когда у нее дубина в руках. Случилось, мало лекарств. А, прошла жара. Ну и отлично, что прошла жара. Персона 15. 15. Она просто их выносит как детей. Ну, наконец-то мы хоть заберем это сейчас территорию себе. Так, а ты, кстати, строить можешь?
Давай-ка заделай эту дыру. Теперь нам, в принципе, выходить уже больше особо не надо будет. Какое-то время, по крайней мере, можно собирать. Мало. Я просто, может, что-то пропустил. 65 выросло. А надо дать еще топорик. Так. Что-то даже не отмечено было. Ты хорошо подумал. Ты как бы находишься не в той... Не с той стороны забора, чтобы его заделать. Чё я ему сделал приказ какой? Перенести на склад? Ой. Извиняюсь, моя ошибочка. Давай заделай отверстие. Во. Ты чё, балбес? Вот. Блин, он никогда так не прокачается с такими навыками. То есть он опять идет какими-то окольными путями. Или он хочет нести. Ну, или хочет нести. Ладно, пускай заберет, потому что это опять же говорю, будет бесконечно продолжаться. Они будут идти за этой древесиной. Так, кстати говоря, дверь надо сделать. Тоже на всякий случай. Ну, молодец. Кто стреляет? Это прямо счастливо бегает. Всех лупит дубиной, блин. Не качается, кстати, до весна. Неплохо. Или она не качается? Не. У меня только наоборот упадает. Падает этот вот параметр. Ну, отлично. Готов, готов, братан. Там спать уже пошла. Опа, строительство уже даже какое-то началось. Хорошо. Скорбь, ты где там? Хочу тебе немножко сказать, что брось бревно. И заделай эту дыру наконец-таки. В стене. Она единственная одна, блин. Все, красавчик. Так, тут внутри кто-то был. Ох, тут зомби есть. А птичку убьешь? Красавчик. Пор, займись этим делом. Так, тут еще что-то есть. Давай сюда. Тут и детали есть, тут его. Ох, тут, ну, зомбов тут. Зомбаков-то там кот наплакал, так что один человек вполне себе нормально с этим всем справится. Тем более с автоматом. Не скули. А ну не маш. Шикардос. Вообще прям ушатал, только посмотрел в ее сторону, он сложился зомбарь. Вот, отлично, 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 не столько древесины. Ну что-то там, где-то там. А, понятно. Огонь. Все, гуляй, Вася. Территория наша. Рубим, все рубим подряд. Так, отлично. Координаты схрона, спасибо, не надо. Нам не до схрона сейчас. Так, ты что, куда бежишь? Отдыхает. Нет-ка, займись-ка работой. Что за звук? Зомбики на карте появились. Так, ты, братан, ты чё? Курицу так и не разделал, да?
А ну, беленько раздел курица. Так, скоро потащит дерево, молодец. Потом я там все-таки починить, я так думаю. Ну что ж, мы в шоколаде похороним какое-то время. А зомби не едят ее, потому что под зомби находится, поэтому никто ее не ест. Забавно. Так, сколько внутри 17, тоже 23, отличная погода. И все, это еще 2 весны, то что-то так мало взял. Форвас, перестройки. Так, и что ж, копаем, все, весь металл должен быть наш. Потом здесь построим деревянную стенку, потому что тут нельзя строить. Тут этот, плохая почва. Болото, короче говоря. Просто тупо болото. Какие-то, блин, космонавты, противогаз. Сколько? 162 зомби. Много. Много, да. Так, а тут уже исчез. Ага. Тут, я смотрю, были драки. Песик валяется. Не идет, кстати говоря, нормального качества. Шматье. Твинки. Какая-то разгрузка. Похоже, по крайней мере. Во, вот они здесь. Скопились. Но они хорошо. Хорошо, когда зомби есть на карте. Как бы это ни странно не звучало, чем меньше их, тем больше их, тем меньше нападает на меня. Может, двойную стену здесь построить. Хотя, в принципе, если граната взорвется, то это не поможет. Ты строишь? О, молодец. Давай, 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 строй. Куда пошел? Кушать. Блин, ты 5 мало дерева принес. Ладно, это забей. Ешь. Завтра построишь. Внезапно вдруг случился налет. О, 2 человека с автоматами. Хорошо, они нам подарят оружие. Так, а ну посмотрим, что у них там. Какой писик плохой, а у тебя автомат. Нормально, вот уже хорошо. Ну и у нас еще есть один пистолет. Так, а что ты вы так разделились, интересно? А, пошли зомби. Короче, вы в курсе, что вам хана? Так, этого погрызли, что он там? Зубы не опасны. Тут не исчез. Опа, сейчас я его сажу. О, это плохо. Да, я потерял автомат. К сожалению, я потерял автомат. По тюлени вышли. Блин, ну ладно. Я туда не смогу пробраться незамеченным, чтобы скоммунизить автомат. Ну ладно, тут пойдут другие. Находятся на улице. Что-то он в пещере находится, а не на улице. Серебро. А где это? Вторая. А. Я постигла та же участь. Ладно, дерьмовый пистолет брать не буду. Уже стали перебирать харчами. Даешь? Никак дерево рубить. Так, скорб спит. Что там у тебя, сытость? О, ему еще долго. Так, он так и не прокачался, насколько я понял, да? Нифига подобного. Так, а давайте тогда, где мы можем ставить? Во-первых, здесь надо выровнять стенки. Вот так вот, например. Чтобы можно было нормально рубить. В смысле, ставить солнечные панели. Без проблем, пока вот так. Ух, отлично, отлично. Так, пулеметные турели. Ну вот. Теперь мы перешли на пулеметные турели. Отлично.
Правильно, переносят, заправляйте, переправляйте, в общем, делайте все, что надо. Факелок пришла, заправила, так, иди поубирай. А это ты кому оставила, мне, что ли? Что-то как-то ладно. Ты куда? Наблюдай за облаками. Наблюдай, наблюдай. Тут-то кого-то жрут. А кто же ее обезьяну-то подмочил? Не понял я. Уже они сами нападают на обезьян. Ага. Ох, они уже практически сожрали его. То есть после правая нога осталась и все. Походу, что да. Ну, нога так нога. Так, вот давай, ремонтируй все. Займись полезным делом. Ты стульчик сделал или нет? Нифига ты стульчик не сделал. Слышь, красавица, иди-ка ты отсюда пока что. А то он не может, блин, на ногте посидеть там. Так что постой здесь пока. Давай, хватай дерево, иди и строй. Чё? Блин, отравился. Сам же, блин, неопытный повар, и сам же отравился своей тухлятиной. Тюлень, блин. Вот мудила. Просрал материал. Потихоньку строится, развивается. Давай же доделай эту несчастную скамейку. Убирай тут лучше. Срач этот. Так, вроде как больше ничего нигде не натоптано. А здесь? Ну, вот уже следы и блевотина. Да сколько ты можешь эту бурецку строить-то? Молодец. И смотрим то. О, восьмерочка. Восьмерочка. Выравнивает полы. Так, нам надо аккумулятор нужно делать. Чтоб было куда. Ой, 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 тихо, тихо. Пройдете вы там, даже не пытайтесь. Так, все пошли спать. Ну, почти всего. Теперь они вдвоем намного быстрее будут это все исследовать. Тромба тоже, у нее прям хороший навык. Двойной, она так козла расходит с ума. И чё? Он вообще-то ни сюда не дойдет аж никак. Он хотел бы, да... Пути нету. Прохода к нам. Древесина кругом валяется, никто ее так и не занес. Плохо. Расширим область. Нет, это пока не надо. Туда они не попадут. Так, наступило утро, и еще один человек отравился. Вот эта красавица отравилась. Куда идешь? Так далеко. Блюет.
А ты ближний... А, вот, молодец. А то, блин, выбрал, блин, самую дальнюю, блин, бревнышко. Как бы не очень разумно. Мало пищи. А ты готовь. Неопытный гребаный повар. Персон, у него кулинария пятерочка. А ну, стойте. Может ли он... А ну, поменять местами вот это вот. Может ли он уже нормальное блюдо готовить? Сейчас посмотрим. А, тут пока что готовить не с чего. Нужно что-то еще, кроме... Тут ягодки были, но они все исчезли, елки зеленые. А вот же они как-то исчезли. Только что появились перед носом. Да хватит кряхтеть. Тут еще не скоро вырастут. О, кукуруза скоро поспеет. Отлично. А, да, скоро. 68%. 69. Ну, где-то больше, где-то меньше, потому что она очень долго ее садила. Все, изучайте, изучайте. Технология должна лететь. Сейчас посмотрим в станке, что там можно теперь сделать. Так, о, отлично. Пистолет-пулемет самозарядный. А. Ой, самозарядный пистолет, автоматический пистолет. Автоматический. А, винтовки еще не скоро, я так понимаю, эти штурмовые. И на какой они там тяжелые турели. Стерильные материалы. А вот, вот это надо. А тут пороховый гранат, позволяет так. Автоматическое, полуавтоматическое огнестрельное оружие, да, вот это надо будет прокачать потом. Молодец, и пища появляется потихоньку. Да, древесинка, конечно, хреново, что ты там делаешь, в раме полы. Давайте-ка переносим всю древесинку вовнутрь, перенесем, пока она не скисла. Ну-ка, быстренько все мотанулись, метнулись. Собрали деревянно, нам пригодится, что он тут валяется без толку. Стой, давай еще собирай. Брось ты это дерево там. Ну, теперь у нас запас приличный уже дров. Так, куда пошел? Так, ну что, грани полы несет на склад. Подожди, братан. Пока подожди. Железо никуда не денется. Вообще никуда. Переноси. Переноси. Не-не-не. Не так быстро. Так, поел, молодец. Иди. Иди дальше носи бревна. Куда, куда, куда щеманул? Я тебя не отпускал. Этот тюлень, блин, только дошел и стал жрет уже. Да, я не понял, блин, а дерево кто будет? Я не буду нести. Чуть не все взял. Походу уже все убежали, да? Да. Исследует. Это хорошо, но пока вот давай-ка древесинку поднеси. И ты вот возьми вот это. Вроде как большую часть уже все забрали. О, расчистили площадку, стоп. Блин. Ладно, заходи. И вот это вот забери еще.
все, пускай работает, занимается своими делами. Что там у тебя опять? Мало пищи. Да сколько ж как-то мало пищи-то? Так, ну-ка притормози-ка лошадей. Займись-ка лучше делом другим. Так, а ну, интересно, кстати говоря, энергия. В такой стенке можно проводить провод? О, так в шлифованном мраморе можно проводить провод, так это шикарно. Кто бы мог подумать. Тогда выравниваем стенки. Я, честно говоря, как-то не знал об этом. Буду знать. Ну, пока электричество, конечно, некуда вести, но здесь, наверное, надо все-таки делать аккумуляторную. Так, где там наш аккумулятор? И аккумулятор. Не видно ни черта. Да, надо копать. Копайте. Ты что там делаешь? О, копай. Что-то выравнивать не надо. О, один лук сгнил наконец-таки. Я уже долго жду, пока они сгниют. Они все никак не собирались. Давайте ягодки еще подберем. Че б, собственно говоря, и нет. Ты куда пошел? Собирать ягоды куст? Ну давай, собираем. О, прокопали, да? Так, делаем двери. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Какой материал. Сланец. Сделаем дверь из сланца. Блин, уже. Двадцать стрельба, 8, это хорошо. Отдых, еда. Иди поешь. И построишь. А потом будешь спать. Договорились? По-любому договорились. О, отлично, появились ягодки, хоть какие-никакие, но ягодки. Возможно, он сможет готовить. Так, ты пошел спать. Не-не-не, братан, ну что ты за дела? Давай, сюда. Стой, а ты убедишь себе. Землю убери, то он следы прям натоптаны. Да пофигу ж ваш громовый гром, громовый шторм, грозовой, то есть. Так, вроде все более-менее чисто. А нет. Ошибочка, блевотина. Тут еще, кстати, грязь есть. Ничего нету. Блин, у нас идет отравление, елки-палки. Пожар. А с каких-то пор моя территория. А, ну да. Ну да, ну да. Что там улеглись? Ага, ты еще не доставил.
Ну вот уже скоро построят. Ох, ладно, налет опять. Давайте. Так, винтовка, что у него? Ножичек. Ну, вам хана, конечно же. Это лучше, чем турели. Зомби, это лучше, чем турели. Опять пожар. Вот зараза, где трава? О, нет. Ну-ка, сгоняйте-ка, потушите пожар. Тем более, что уже дождь закончился, ё-моё. Ай, блин, плохо. Это вообще нехорошо. Пожар, конечно, нам не нужен, вообще ни разу. О, а ладно, зомби горят. А, что ж ты будешь делать? Возможно, зомби повыгорают. Конечно, быстрее стенка сгорит, наверное, чем зомби выгорят. Йо-йо-йо-йо, них. Внезапно. Стой, туши, 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 туши. Туши, туши, туши. Да твою ж дивизию сейчас прогорит все. Давай, туши быстрее. Так, правильно, молодец, беги стенку туши. Так, куда? Вот здесь туши, блин. Там плохо горит еще. Японский городовой, да, дерево, конечно, не самый лучший материал в этом смысле. На что идут? Но они все равно не найдут. А что это вы спать пошли? Вы что, охренели или что? Там, блин, все горит, а они спать пошли. Смотри, ну не, блин. Опа, опа, быстро сюда. Тут уже разгорелось прямо, нифига себе. Это что, не моя территория, что ли? Да. Офигеть, елки зеленые. Ё-моё, как не вовремя это все случилось. Опа, а эти все еще там. Бэмс, прям в голову, ты смотри. Их уже погрызли, наверное, изрядно. Да, и этого хорошо погрызли. Что там у тебя? Такая винтовка хреновая. Ага, все. Беги, тюлень. 22 часа он помрет. Ну ладно, что там у нас? Она исследует. Костер. В смысле, пожар. Ёпперный театр, что тут делается? Нет, ну ты посмотри, она что, не пожарная, что ли? Или она не умеет... А, понятно. Единственный человек, который не хочет, не умеет тушить пожар, и не собирается даже. Так, скорб, давай быстро сюда. Трава уже хрен с ним, тушите стенки, потому что сейчас прогорит. Все, китрини фени. Давайте, 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 стены, стены тушить. Ва, ё-моё. Ладно, ты здесь где-то туши.
Чтобы они уже хоть на этом не отвлекались, на эту ерунду. Мелочь. Да, походу, сейчас забор мы потеряем. Сейчас еще с этой стороны. А, уже, ну конечно. Почему, собственно говоря, и нет? А, дерево, блин, вот тебе дерево. Выгорает всякие драники. Ты зомбари еще там дарят. Только один человек изучается. Ну ладно. В смысле, не тушит. Пожары. Ок, уже первое отверстие появилось. Ладно, тогда будем сланца заделать сразу. Так, еще одна дыра. Тушите, братаны, тушите. Ух ты, придурок. Сюда пошел. Зомбари только лежат и щелкают там. Тушите. Так, еще стенка прогорела. Замечательно. Ой, пожалуйста, давайте без этой херни, вот этой вашей. Ну ты посмотри на нее. Ну добивай уже, хрен с тобой, золотая рыбка. Ох, елки зеленые, как тут все выгорело. Так, наконец-то потихоньку они все-таки начинают справляться с пожаром. Это уже видно. Огоньков все меньше становится. Но тем не менее. Тем не менее, сейчас тут вообще все выгорит, просто стенка исчезнет. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда. Все-таки сланец у нас пока есть немножко. Плюс мы еще можем сделать его. Ух, тут прям такое яркое все, что офигеть можно. Прям пылает все. И это добивает их. Да куда? У меня спокойная. Сейчас посмотрим, когда она бьет. Удовольствие получает? Нет, нифига. Ну, ладно. Да, мы теряем все. Чего все повыходили наружу, вы тюлени, блин. О, слава богу, зашел. Сейчас, походу, эта секция, вот эта вся фигу исчезнет. Уже, по-моему, начали исчезать. Ты еще не загорел еще, жопа, с ручкой. Ты еще никак не успокоилась. Нет, нифига она не успокоилась. Нет, ты смотри, успокоилась. С этой концов. Так, еще стеночка выгорела. Да, рано-рано устоял. Построил стенку, и она мгновенно сгорела на следующий прям день. Вот это да. Началось. О, молодец. О, горит, не трогайте, пускай горит. Толстячок. Будем надеяться, что нам хватит этого сланца в этого. Правильно, тут тушит, этот добивает.
пожар. Ой. Да, короче, надо по-хорошему сделать вот эту вот область тоже нашу, чтобы ее потушили. Потому что это бесполезно. Куда все пошли? Потом, все потом. Специально для вас вот еще сделаем одну точечку. Тушите все кетеринифини. Да, серьезно, тут все выгорело. По-моему, эту стенку проще разобрать. Так, чуть может даже ускориться. Так, ну здесь, слава богу, у меня только в одном месте. Возможно, сюда и не доберется огонь. Да-да, доберется. Зато немного зомбарею поуменьшилось. Вот, начали вылазить. О, дождь пошел. Ах, шикарно. Все. Да хорош там. Нет здесь больше нашей территории. Оп, ушли все отсюда. Да, опять сейчас зомби куча найдет. Что случилось? Где-то что-то сдохло. Стеночка подгорает. Ну, понятно. Ну, зато, хоть она тушится сразу. Хорошо, зомби сейчас догорит. Ты вообще хорошо подумал или нет? Иди сюда. На улицу бежать не надо с автоматом. Там много зомби. Вот так, иди спи, короче. Оно быстрее, быстро само кухнет и все. Нормально. Главное, что зомбячка бы быстрее сгорела. Щелк-щелк, щелк-щелк. Долбаный пожар, зато сейчас все потухло уже. Ну да, только возле нас все горит. А, как носится. Жопошники. Да сколько ты можешь выбирать уже? Ёпки мотал. Строительный мусор. Ну, огонь. Что взорвалось? Провод, что ли, у нас взорвался? Стенки, что ли? Которое у меня было напряжение, да ладно. Нет. Нет, с проводом все нормально. А, поляха, муха. Так, хорошо. У кого там дубинка? У тебя что ли нет? А, вот она. Давайте выходить, что делать-то. Опять проломали стену. Пистолет это хорошо. Это лучше, чем луки, по-любому. Да куда же вы стреляете? Эти не игнорируют ближнюю цель. Эти прям как в стелсе, блин, ходят.
накидках таких зеленых. Пехотник убивает. Ну дальше сами справитесь. Да хорош там же с тем пожаром-то. И до сих пор не выжил, да сколько же можно? Сейчас тоже захочется, бляха-муха. Так, придется выходить. А ну, щеманули быстро. Фух, четко. Выходим. Отстреливаем все, что есть. Зараза, проломали стены с копья. Ремонт, конечно, просто колоссальный будет сейчас. Блин, как их много на карте. Слишком много. Опять. Во. Так. О, конечно, предложим. Сколько ему лет? Или не пишет? Так. А, 29 лет, конечно. Теперь я могу это делать. Сооружаешь крышу, что у тебя есть? Ничего нету, да? Ой, блин, тебе надо вести. Ты сама не пройдешь тут. Давай, быстро. Ну что тут, как тут? Живете, да? Нормально все? Нормально. Постоят, ничего с ними не случится. Так, а что ты, кстати, за человек-то? Ах, дальнобой, строитель, зато какой-никакой. Кулина. О, наконец-то у нас появился нормальный повар, и медицина, и умственный труд еще. Так, значит, мы тебя можем освободить от умственного труда. Вот тебя. Потому что у тебя умственный труд плохо качается, это плохо. Так, она, нет, будет лучше, это будет поваром лучше. Они вдвоем как раз нормально все будут делать. Так, погнали. Давай, быстрее, 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 быстрее. Так, а ну давайте пока вот сюда идите. Тут зомби есть? Есть, вот. По прямой давай щеми сюда. Опять зашли на нашу территорию, ешкин кот. Дедобеева. Оп, стоять. Давай прямо на территорию заходи. Налет. А, ну да, за ними. Ой, блин, вот это плохо, у меня-то стенки сидят. Будем надеяться, что они нападут, все-таки будут на зомби нападать. Они так и делают. Молодцы. Сейчас они получат люлей. Красота. Так, все, ты уже можешь идти, короче, сооружать крышу, кушать там, все такое прочее. Опа, меня грузанули. Ты дурочка, переулочка. Бей, бей, бей. О, молодец. Вали отсюда. Иди лечись. Да они еще горят, да сколько ж можно-то? Где вы там, алло? А, вот. Так, мне вот эта взрывчатка не нравится, вот этот вот тюлень. Давай ближе сюда. Вот тут и стойки, так, молодцы. Давайте, 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 подходите по одному. Ой, случайно крышку подранили. Блин, проскочить мы не успеем, проскочить, они слишком... Так, где-то там.
что делаешь? Ты строить будешь? Ну ладно, строй. Семерочка, в принципе, не нормально, да? Так, ее кто-то лечит? Нет, конечно. Кто ее будет лечить, если все заняты? А ты, кстати, можешь лечить? Так, пожарный, пациент и врач. Восьмерка у этой 13. Ну, будешь на двоечке. Лечит. О, отлично. Уже пошла лечить. Так, давайте толстяка. Хреначьте. Блин, мы сможем пробежать? Я думаю, что да. А, через трупы ходить нельзя, понял. Тогда никуда мы не идем. Это правильно, добей этого тюленя. С ноги его. Ёшки, ты видишь, сколько можно. Ворвался, а, отлично. Ух, даже разнес эту, вот, фига себе. Так, стоп, опять, почему вы сюда? Вы что, здесь пройти не можете? В чем проблема? Сюда, быстро. Давайте, щемите. Надо потушить всю эту хрень. Так, что-то там? Что случилось? Так, оружие, блин, что же ей можно дать? Лук, например. Нормальный, вот возьми-ка нормальный лук. Болезнь растений, классика жанра вообще просто. Следите за тылами своими, блин. Сбоку обходят вас, тюлени вы несчастные. Сюда, тушим. Подходим и тушим эту всю хрень. Мне уже надоело. Дзинь-дзинь, пожар. Иди сюда. Просто сюда иди. А ты сюда. Вот иди, вот отлично. Так, ты идешь домой. Ты туда же. А ты что не тушишь? Блин, она не может быть. Она не может быть этим пожаром, да? Она дура загорелась. Ну да, почему бы и нет. Все, ешьте, делайте что-нибудь. Стройте мне стену. Так, стоп. Тебя подлечили? Отлично. Так, метая подковы. Давай-ка низко сюда. Метатель подков, блин. Как это лучше обойти? Ну ладно. Отвод пороховых газов. Ладно, возвращайся назад. Она вроде как сама справится. Хотя, никакой назад. Давай беги. Беги, так что у нас еще есть обещанник.
и из гранита чуть-чуть. Давайте сделаем из гранита здесь. Работаем над стеночкой. Вперед. Да блин, ты хоть в него хоть раз попало? Походу, что нет. Да, скоро без тебя тут, короче, по-моему, дело не пойдет. Умелый новичок. Да она вообще ни разу не попадет никуда. Сейчас дождемся, пока это запечатает хотя бы этот кусок стенки. Нет песчаника. Куда идешь? Давай работать еще, блин. Блин, ягоды надо поставить, чтобы их собрали, короче, все, что можно собрать. Потому что все пропадет. Кедрини-фини. Так, быстро сюда. Быстро ноги в руки. Блин, что же он возле двери, паскуда, постоянно трется. Во! Давай, давай, сюда выходи. Ну, быстрее. Пока он к двери не подошел. Ладно. Вечеринка у них, понимаешь ли. Встань. Потом будешь отдыхать. Вы тоже, кстати говоря. Чем дольше будет на вечеринке, тем больше у них будет плюсов этих. Посещение вечеринки, где она тут. Вот, посещение вечеринки. И 10 дней будет неплохо. А ты можешь пока поубирать. Ты тоже можешь поубирать. Все, гуляйте, лахи. Блин, все пропадет. Ну ладно, что сделаешь. Они уже сырые ягоды жрут. А вот же есть готовая еда. Чего это? Через один-два дня пропадет. О, ты что, тюлень, давай жрать иди. О, другое дело. О, кстати, внезапно. Кровати-то еще, да нет. Так, что там у тебя, скорб? Четверочка. Спать? Нет. Работа над кроватью. Потом. Так, зомби все равно сюда смогут зайти. Елки зеленые, опять они сейчас будут тут топтаться. И отличного качества дала. Ты жжешь просто, братан. Так, опять затоптали козлы. Куда идешь? Строить направо. И а ты убери. Давайте собирать все, что можно спасти. Или и уничтожать. Ну да, вот сгнило, блин, на складе. Хоть что-то можем спасти. В смысле? Ты что тут? Ну ты уже построил хотя бы эту, что ли? Как бы кого-то поставить, чтобы кирпичи делал уже наконец-таки. Давай же здесь, Серёж, что ты прям находишься рядышком. Доделай и вали спать. О, молодец. Давай. Учись. Как лань. А заодно еще пока будешь бежать,
Опять уберешь, будешь опять какой-то тюлень наплотал. Слушай, у тебя самая козырная вообще кровать. 114, ого. Вот, а, это смысл, понял. Красота окружения, туда-сюда. Ясен-трясен. Бляха-муха, опять проломали стену. Тюлень взорвался, блин. Что ты будешь делать? Турели нужны, да. Ну, я как раз иду к ним, конечно. А, подожди, я же уже вытяг их. Ну да, мне пока еще надо, блин... Защита вот турели есть, да, мне надо выстроить. Все-таки придется сделать где-то дырку, ставить турели, как я и планировал, чтобы они фигачили, фигачили, фигачили. Потому что вот эти постоянные взрывы, ну ладно. В принципе, надо уже заканчивать серию. Вот, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.